Ну, по поводу дебатов, готовности к дебатам, Владимир Александрович Зеленский выступил еще 31 числа. Было сказано, что к дебатам он готов. На тот момент еще до конца не было понятно, кто попадает с ним во второй тур. Это Юлия Владимировна Тимошенко или Петр Алексеевич Порошенко. Сегодня мы уже как бы понимаем ответ на этот вопрос. Но, тем не менее, позиция не поменялась, и вчерашнее его заявление тому является прямым доказательством. По поводу места проведения дебатов, мы, во-первых, благодарны коллегам о том, что они готовы идти по любому пути, лишь бы дебаты состоялись. Я думаю, что это очень правильная позиция. Если мы говорим с вами о законе про выборы президента, там четко не прописано место проведения данного мероприятия. Есть понимание, кто это делает, как это происходит, но дальше идет отсылка к постановлению Центральной избирательной комиссии. Если мы исходим все-таки из очередности, то мне кажется, что стоило бы идти по букве именно закона, при всем уважении к Центральной избирательной комиссии. Тем более, что общественный вещатель к этому готов, и интересы общества он ставит превыше, нежели интересы тех или иных кандидатов.